Подключили за него плату. А мне, блядь, кто будет платить? Я, блядь, что, вам работать должна? Я многодетная мать. Вообще ничего никому не обязана. А знаете, в чем самый прикол? Вот в России, по крайней мере, огромное количество многодетных отцов. Одиночек. И они ни у кого ничего не просят. Да и, кстати, государство им ничего не дает.